Итак, всем здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я бы вам хотел показать, как сделать, то есть как скачать маршруты с Trains Android на Trains 2012. То есть, проще говоря, перенести, в общем. Итак, будем сегодня пробовать карту переменного тока Балта-Одесса. Вот для этого нам надо ее скачать на компьютер. Вот у меня она. Ее в интернете очень легко найти, особенно в Ютубе. Ссылка на, в общем. Нажимаем правой кнопкой мыши «Извлечь файлы» на рабочий стол. И вот у меня это просто сейчас уже была эта кнопка, поэтому я нажал «Пропустить». Вот у вас сразу должно будет вот сюда куда-то улететь эта папка. Вот, в общем, заходим в нее, и у нас, как вы видите, очень много папок. Вот, что мы делаем? Заходим в первую H00, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-A. Это у нас выделяются все объекты, выделяются. Нажимаем правой кнопкой мыши «Вырезать». Можно копировать, но мне не надо память засорить копией, поэтому нажимаем «Вырезать». Дальше можем свернуть или закрыть окно, и дальше нам надо будет зайти в корневую папку, где находится у нас Trains. Вот для этого мы заходим в место, где у нас установлен Trains. Вот у меня это диск E, Trains 2012. Я вот это вот не знаю, что, потому что вот когда я это запускаю, то вот у меня все время обновления, которые просто заканчиваются тут же. Обычно обновления там до конца, а тут они начинаются и нет. Ну, в общем, не важно. В общем, у меня вот какая-то такая странная проблема. В общем, заходим в Trains, и вот у нас настоящий Trains уже. Вот, могу показать, что там уже никаких таких окон не вылезает. Вот, он, конечно, долго грузится. Вот, нажимаем контент, например. Вот вы видите то, что запускается. Вот, в общем, вот у нас эта папка. Trains, вот Trains, а папка оригинальная. Вот дальше мы тут что делаем? Мы не заходим в Trains, не заходим. Мы заходим в папку User Data Local. И вот, как вы помните, мы копировали, ну, то есть вырезали файлы из H00, и теперь нам надо будет все эти файлы вставить в H00. Заходим, нажимаем «Вставить» и ждем. У меня тут может быть какая-то проблема, потому что у меня обычно просто встает намертво. И все, то есть там 39% и дальше не идет почему-то. Вот. Ну, в общем, ждем. Вот такое окно может вылезти. Но тут по желанию. Если хотите, чтобы вот прям процентов на 70 сработал, то лучше заменить. Но если вы боитесь, что там могут не появиться на карте, так еще и вы там что-то другое сломаете, то лучше пропустить. Потому что, когда вы перезаписываете, у вас может не сработать вот это, но вы там еще что-то другое сломаете. Лучше поэтому пропустить. Вот. Ну, как видите, у меня вот какая-то проблема. Вот опять выполнен 39%. У вас, по идее, должно будет все до 100 зайти, потом там задание выполнено, и у вас закроется окно. Вот, я ему в этом помогу, этому окну закрыть. Вот, все, у нас ставились объекты. Вот, но это, как вы понимаете, не все. Но мы уже на правильном пути. Вот, дальше опять заходим в нашу папку. Вот, тут у нас уже ничего нет. Вот, мы тут все это вырезали. Вот, видите, вот то, что мы тут уже вырезали, сюда вставили. И у нас тут теперь пустая папка. Ее можно удалить.
если хотите, потому что там файлов все равно нет. Вот. Но, как вы понимаете, нам надо в следующую папку войти, в 0e. Заходим в 0e. У нас такая папка, нажимаем вырезать. И в trains тоже теперь точно так же заходим в папку 0e. Вот, ищем ее, вот она. Заходим, нажимаем вставить. Пропустить. Я, пожалуй, нажму. Ну вот что-то у меня сейчас не работает. Хотя я до этого у меня все устанавливалось. Вот. Ну, в общем, все, вот у вас вы перекинули. И все, у вас теперь тоже эта папка пуста, вот тут появился он. Вот. Ну и так и делаем со всеми папками. Не все во всех папках. Вот этот пустая, поэтому нам ее зачем трогать. Это тоже пустая. Ну вот так вот ищем, в каких папках есть куиды. Если я не ошибаюсь, то это только 00, 0e, потом 07, и 41. Нет, 42. Нет. В 13, 13 и в 12. Вот. В 00, 0e, 07, 012 и 013. Все. Может быть, еще где-то есть, я не помню. Вот, в общем, вот все вот эти файлы из H12 перекинули в H12. Вот H12 перекинули из H12. Вот если нет вот H12, например, тут нет вот, то мы тогда не элементы копируем, а именно папку. То есть вот не заходя в H12, мы вот так просто вырезать и сюда вставить. Вот. Но у меня есть, поэтому все, как бы мы все элементы перекинули. И все, в принципе, можно закрывать ее. Вот дальше мы можем войти в trains. Не знаю, зачем я закрыл, ну ладно. В общем, заходим в trains. И нажимаем запустить. У вас может не получиться с первого раза. Вот поэтому... лучше, то есть вы как бы перекинули, но у вас карта не появляется. Вот я вам советую просто про нее забыть, потому что через день или два вы зайдете опять в trains, и она у вас появится. Вот, потому что когда я перекинул, у меня опять-таки не было карты, я вот тут свою строил уже, как бы на Android я врубил и там более-менее так пытался построить. Вот. Но если у вас не загрузилась карта, то я вам советую просто перезагрузить компьютер. Или выключить и включить. Ну, как видите, вот уже превьюшка оригинальная там. Вот. Вот объекта только в сессии. То есть в маршруте вот не будет объектов, только в сессии. Поэтому заходим в sessions и edit session. Только тут будут объекты. Вот. Ну, возможно, это длинная ролика. Я попытался более-менее понятно все объяснить. Вот. Тут у вас, возможно, не будут некоторые куиды работать. И поэтому вам придется там самим что-то заменять. Вот, но в основном карта работает. Главное, чтобы пути есть и вот станции есть. А такие вот, я думаю, ну, это не очень важно, вообще можно заменить самому. Вот, ну, в общем, у вас может это не появиться карта, вот, поэтому вы там перезагружаете или что-то еще делаете. Но, как видите, у меня появилась, и вот эта карта Балта Одесса. Всем спасибо за просмотр.
ждите новых видео.